На подмосковном картодроме «Маяк» прошел четвертый этап детского чемпионата СВС «Аймол Маяк Джуниор Кап». И он стал первым в сезоне с чистым асфальтом, без снега и льда. Так что и по скоростям, и по времени круга эта гонка была больше похожа на летнюю. А летом, как говорят юные пилоты, бороться за призовые места гораздо сложнее. Мне кажется, летом больше всего, потому что там асфальт, большие скорости, трудно поворачивать руль, а зимой все легко делается. Тем более у меня больше опыта на зиме ехать, чем вот на летом. Впрочем, на открытой трассе маяка интересно гоняться в любое время года. Этим местный чемпионат и привлекает участников, и новичков, и тех, кто пробовал свои силы на других картодромах. Я раньше участвовал, но сейчас забросил, только здесь езжу. Здесь интересно то, что непредсказуемо как-то. Потому что там когда-то тебе повезет, когда-то тебя выбьют, когда-то еще что-то, еще. Но соревнования на картодроме «Маяк» меня привлекают своей напряженностью и сложной трассой. То есть, допустим, зимой каждый этап отличается от другого, потому что всегда дорога разная зимой. А летом это напряженная борьба с пилотами. На вопрос, какой целью вы участвуете в гонках картодрома «Маяк», все пилоты отвечают по-разному. Одни хотят в дальнейшем стать профессиональными гонщиками, другие катаются в свое удовольствие. Но как бы то ни было, все приходят за победой. Кому-то помогает выигрывать поддержка близких, кто-то настраивает себя сам. Ну, конечно, поддержка родителей, тренера и то, что, вот, смотря на других гонщиков с кубками, тоже хочется так на подиум постоять. Я себе говорю то, что выиграть – это выиграть. Если не выиграю, ничего страшного, получу опыт. И это помогает, и я приезжаю хорошо. В этих соревнованиях я выиграл только один раз, но на подиум я забираюсь достаточно часто. И из-за того, что теперь еще есть и класс новичок, я получаю больше кубков, и я счастлив. Чемпионат СВС «Аймол Маяк Джуниор Кап», который традиционно проходит с января по декабрь, включает 4 зачета. Абсолютно и 3 возрастных – новичок, мини и кит. Каждый этап предусматривает тренировочный, квалификационный и финальный заезды. По итогам лучшим гонщикам вручают памятные кубки. Кроме того, в течение сезона пилоты борются за путевки в европейские серии, а в декабрьском суперфинале и за денежные призы.